Итак, всем привет, друзья, с вами Грешник. Мы продолжаем проходить Remember Me. Мы почти добрались до этого Leaking Brain. Какому там одноглазому Тому или Джонни. Одноголовому Джонни, не помню, как его зовут, короче. Поехали, посмотрим, что дальше нам Нилька-то покажет. Какие еще приемчики она вспомнит, выучит. Мне что-то даже и добавить нечего. Томми Болиголов. Точно, вот он. Я уже понял, куда надо идти. Но вот они тут... Липеры эти оставили мне где-то. Клад. А я что-то не могу понять. Так, вон голова. Ну? Ну, он где-то там лежит. А, не. Напротив головы. Это получается вот где-то прямо здесь. Вот голова. Короче, где-то вот прям тут должен быть. Мой клад. Не буду я пока с ним базарить. Надо, я хочу найти... Вот! Нет, блин! Ты где клад-то? Да отстань. Я тебя тоже не знаю. Да как? Застрял-то в стульях. Чуваков там, липеров валят там с одного удара, а в стульях застревает. Да как? Да где? Может, я что-то неправильно делаю? А я могу куда-нибудь спрыгнуть-то? Потому что, ну вот! За какой-то мусоркой, короче, она. А, вон он, вон он! Чуть-чуть осталось. Так, ну теперь можно и к этому пойти. Johnny wants my heart for Christmas. You know that, huh, Tommy? You're safe here, Bob. Don't sweat it. Давай, алкаш. Well, OB! Edge did it! Come here, sweetheart! Neilan, it seems like a lifetime. Не помню нифига. В понедельник же, конечно. Ты чё, выходные же прошли. Как, конечно. Well, free, like first, да ладно, чё, и так нормально. Чем тебе моя одежда не нравится? О, вы посмотрите. Какой-то дерзкий наблюдатель. Ну, интересно, как же мы сейчас приоденемся-то? Down there, in La Bastille. Unlike you. I had to stay for the whole program. В кресло сел, точнее, наверное. Well then, а что значит-то? Ну, прошел полный курс, а в чем разница между...
Крутуёк, боевая кожа. Нормально. Косуха, вторая кожа. Ну все мало. Вон же на руках следы какие-то от алкоголя. Ты что творишь-то? Johnny! The big advantage with the natives is they've got the memory of a goldfish. No risk of him turning you over to Olga Sadova. Ольга, что опять? Русский? Это, наверное, она за нами сверху смотрела. Русские всех везде нагибают. Ого! Typical brain rat. Barely outside and already working. Nilan? Nilan! Чё Ольга Седова-то делает в Париже? О, чё, давай! Ещё что-то интересное должно быть. Память Ольги, ладно. 3 часа назад. И что я должен делать? Память ей менять. Ладно, а как? Какой-то Давид какой-то. This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sadova. Shared happy memories have an extremely positive impact on patients. The syndrome that your husband suffers from is a classic. Злоупотребление алкоголем. Deletions, acute dependency on steering mnemonic triggers. Activated risk of voting identity. Short. The inevitable shattering of already fragmented personality. Here. These endorphins should lubricate the process and help ease his receptivity to the transfusion. Come on, David. Remember us. Он тебя даже не помнит, нифига себе. Memorial transfusion complete. Don't worry. NMP is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good. The initial results are encouraging. We need to schedule more treatments. 300 тысяч евро за нильку дают. Вообще вне закона, нормально. Угу. Теперь понятно, зачем наш кокос ты хочешь на нас заставить Куэйда убить Давида. Чего? Давида Седова вместо того, чтобы лечить его. Как? Ну уж деньги заплатит. Ладно, найти точку входа в память, с которой можно работать. Как это делать? Поворачивайте назад. Еще пока не. А, нифига! Мышкой крутить. Вы приближаетесь к точке входа в память. NMP is the best hospital for the treatment of memorial afflictions. То есть на самом деле-то он лечит его, а этот чувиха думает, что он его убил. Какие мы хитрые. Everything will be all right with time. Yes, of course. Ah, good.
Initial results are encouraging. You need to schedule more treatments. Great deal more. It's an extremely expensive process. Continue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. Ну, и чего ж поменяется то, что мы ему это убрали, кандалы-то его. Это я понимаю. Сейчас сделаем. Да что? Как же, я же жму. Memorial transfusion complete. Оп. You are... It hurts. David, you are going to get better. Olga. Надо встигнуть эту ерунду. Us, time... we'll и это сейчас отстегнем. Во. You must come back. Don't worry. О, ачивка. Everything will be all right with time. Yes. Опять недостаточно, что ли? Extremely expensive. Ладно. Сейчас вообще еще что-нибудь сделаю. Давай, давай, отменяем мы это, отменяем. Вот, сейчас вообще, надо было сразу так сделать, что же я тупил-то? Сейчас этот чувак войдет, доктор Куэйт. Во-о-о-о. Так, надо внимательным быть. Excessive memorial deletions, acute dependency on stirring mnemonic triggers. Да чего? Вот, надо капсулу сменить, ну конечно. Спотыкнулся, чтобы об него. Машина, которая делает пинь? Чего? Во! Here. These endorphins should lubricate the process. Memorial flux inversion in progress. I'll ease his receptivity to the transfusion. Нифига себе, мы сейчас ее так же убьем. Quarantine!
Не, ну а чё, идея-то крутая. Опять что-то не так. Магистраль памяти, наверное, не нужно было менять-то. Вот она в нее и перешла, не нужно было, наверное. Вот так оставим. Чё за киберзгляд-то? Тахикардия. This is unusual. Doctor, what's wrong? He's a little flustered, that's all. Nothing to worry about. Try to focus on peaceful memories. Эй, ну чуть-чуть пропустил. Come on, David. Remember us. Remember yourself. Сейчас споткнешься, ну. Child of the clouds, where do you crawl? What? The flies eat me. The flies hate me. Угробили вообще чувака просто. Все, готов, разобрались. Нилька, молодец. Все правильно. Зато сейчас нас не убьют, правильно? Тут как там? Убить или быть убитым? Все как... Это войне, короче. Memorize? Yes. Then we share the same enemy. Вот это поворот, действительно, да. Well, there's a turnaround. I mean, a happy turn up for everyone. I know Olga has her own reasons. Actually, just the one reason. The great Olga Sadova siding with the errorist revolution. Must be something in the water. Last time I took you in, you were young and quick on your feet. Just because you're not on my list, doesn't make us drinking buddies. Don't sweat it. I'll cancel. Негр, нормальный. But Nilan has a rendezvous with high society, and the route is alive with surveillance. Have you got any ideas? Oh, I got better than ideas. Во, сейчас отправимся в полет. That's the Nilan I know. A magician. Nobody can turn heads quite like you. First you hit me, then you ruin my little business. You want a love-hate relationship, you got one. Whatever, we're wasting time. Дайте мне уже подраться. Ну давайте по щам какому-нибудь лепору. Или как он там называется, лепр. Томми, truly. You haven't lost it, sweetheart. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you. И куда мы полетели? Ну ладно, Седова думает, что мы ей помогаем. О, Альбер Камю, я читал. А вы читали? А этот я не помню откуда.
В смысле, из какого произведения? Now they want me to punish Neo Paris's privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies erase my memory? Вот это нам предстоит. Да ты, походу, да. Вообще, на самом деле, опасная. Ну вот. Сама для себя опасная. If this ability really is the core of who I once was, then I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. Так, эпизод 2. Чего как называется-то? Макроволна. Угу. Это что значит-то? Welcome to Saint-Michel District. Thank you for flying Air Sedova. Good hunting. Шутница. Олька. No can do. Family business to take care of. Your first target's name is Carrie Sheridan. I need some confidential codes hidden. Так о чем мы сделать-то хотим? Вообще, я не понимаю. The most famous architect in Neo Paris. Может, я что-то пропустил? Ну ладно, заберем мы твои коды. Your contact goes by the name of Bad Request. He's waiting on the last floor of the Saint-Michel Rotunda. Найти неверного запроса. Блин, ну и имена у них тут, конечно. Край, Томми Болиголов. Неверный запрос. Неверный запрос — это вообще просто эпично, на самом деле. Кто придумал, интересно, так называться-то? Вот это прям Париж. Чувствуете, прям даже такая музыка французская такая заиграла. Но можно всем память поменять? Понятно, нельзя. Пойдем сожрем каких-нибудь булок. Багетов, что у них там? Круассаны во Франции, да, наверное, или где, не знаю. Багет, 2 еврика. Давай, я хочу багет. Нельзя ничего покупать. Behold the privileged few. Safe with their little comforts, while others live in suffering, a few meters from their barricade. No one chooses which side of the firewall to grow up on. It's not their selfishness that I condemn, sister. It's their eagerness to forget everything that bothers them. Да давай! Играть-то. О, можно бегать теперь. Так, вот нам туда надо. Ой, 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 осторожней, робот. Dear Lord, I'm so very sorry, madam. Hey, are you okay? Should I call for emergency assistance? No, no, no. Hey, I'm fine. I'm If fine. You should desire to sorry, file a complaint, okay? My identification has been saved by your Sensen terminal. Good day. О, это вот эта тёлка из заставки, которая там чувствует 3 года, как в первый раз, благодаря каким-то этим гаджетам. А, уборщик. У нас метро с помощью таких полы моют. Is this your address, ma'am? Yes. Yes, I think кажется, so. Да. Thank ты под чем, подруга? Пьяна, что ли? Intermittent memorial access, you should activate your AUG compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her, the escaped memory hunter. Okay,
Patrol 17, log. Escaped suspect ID'd. Recovery in progress. Ну началось. А могу я вас убить? О, прям музычка пошла. Ну давайте еще. Подсказка, нажмите пробел, чтобы... Так это я знаю. Это же уже проходили на этом супер лепре. Чтобы... Хорошо. Я только их и буду выполнять, чё? Тап. А чё, ну? Я не понимаю. А чё доступно-то? Чё не понимаю. Да почему? Чё-то я забылся совсем. Ага, вот. Вообще будем нормально сейчас убивать. Надо валить, короче, теперь быстрее. Опять что-то где-то мне сюрприз какой-то оставили. Эти сюрпризы, блин, искать. Что-то как-то муторно. Да туда же надо залезть. Чё не так-то? Блин, хотелось бы найти. Who were they? The uniforms. Saber Force. Private police finance. Так, не, я хочу все-таки поискать. Crowd control with a smile. Короче, что-то не вижу ничего, ладно. Ага, все уже. Поясняк метаться. Да, я про. Может тут что? Почему? Давно бы так. Так а нафиг мне сюда надо-то? О, господи, что с тобой? Где мой подарок? Давай лучше и убьем их, чё ты? О! Это чё это? Ох, нифига себе! Да я понял, что?
Еще, давай, давай, поехали. Ты что доступно-то? Какое длинное обучение. А, ну понятно. Да не хочу я. Хотя ладно. Пусть так будет. Ты еще. Сейчас я вам восстановлю еще ярость-то. А чё, по-другому-то она как-нибудь умеет добивать-то? Жизни не восстановил нифига. Чё, ты чё, ты чё? Зачем я свалился тут нечаянно? Да ладно, ну... Ладно, я подожду. Мне нужны жизни. О, робот. A wannabe memory hunter faithful to the cause. Oh, and he's your biggest fan. Это что, семейство роботов, что ли? Такое бывает? Я не знал. О! Ну, воспользуйся. Так, ну ладно, чё? Сейчас. Какой граффити, нифига себе. Так, ладно, друзья, вот опять эти копы нас поджидают. Полечились, драться научились, сделали новый прием. Короче, нормально. Более-менее. Вот с памятью мне понравилась вот эта замутка. Прикольно менять воспоминания, там, чтобы потом все в свою пользу обращать. В общем, с вами был Грешник. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.